О вакцинации населения в субъектах страны говорили на совещании под председательством вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой. В режиме видеоконференц-связи в нем принял участие и в РИО главы Северной Осетии Сергей Миняйло. На сегодняшний день привито более 130 тысяч человек. В республике 12 основных пунктов вакцинации, 47 развернуты в ФАПах и амбулаториях, работают и 32 мобильные бригады. Особое внимание, по словам Сергея Миняйло, уделяется пожилым людям. Специалисты осуществляют подомовые обходы лиц старше 60 лет и информируют их о необходимости привиться против коронавирусной инфекции. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметили, что, согласно статистике, в республике в основном выявляются случаи с уже выраженной симптоматикой. Увеличение охватов тестирования как профилактическая мера позволит выявлять и бессимптомных больных, что снизит риски возникновения очагов заражения коронавирусом.